Играем, времени нам для этого хватить должно. Хикару, ух ты! Ну наконец-то нам Хикару снова дали. Так. Давайте как-то все-таки мы... Хотелось бы уже вопрос... А, так. I have a feeling this is gonna be one of the lower winning scores. Хикару, ну давай! Если уж я Хикару сегодня выиграю, что называется, тогда мы позабудем о всех. I think I'm gonna play H5. Горестях и страданиях. Так! As I recall, this is a guy who moves to... А дела-то идут, господа! Мы идем в штыковую атаку не против кого-нибудь. Сам Хикару Накамура, 3206, а было больше. Было там 3300, в общем, сколько-то там. Очень значительно сколько. Так, по-моему, я помню, что такое мне казалось. Имеет смысл сделать. Я на b4, по-моему, как-то взял, там что-то была у меня какая-то партия. Ладья g5. Смотрите-ка. Зевнул Хикару. Зевнул маленько. Ну, бывает. Бывает такое дело. Сдался Хикару! Одобряю, не осуждаю! Усталый, разбитый, но разбил Хикару Накамуру. В 14 ходов разбил. Даешь нарезку. Даешь нарезку с поверженным Накамурой. Разлетелся его, весь его рейтинг. Разлетелся. Ох как, Хикару завалили. Видите, даже вот не шло. Страдал я, не получалось. Но Хикару Накамуру я сегодня выиграл. Ни много, ни мало.